Это студенты подсказали, говорит: Марина Михайловна, мы же медики, а давайте мы соберем медицинскую помощь. И тут я давала интервью на телевидении «100 миллионов для фронта», и был Роман Чуйко, Народный фронт. И я к нему подошла, говорю: может быть, вы нам поможете связаться с каким-то госпиталем, чтобы мы вот конкретно помогали какими-то вещами. И он говорит, и он нам помог, это госпиталь Токман, который сейчас в городе Токман, который мы работаем с ним, и у нас уже 260 килограмм медицинской помощи конкретно отправлено и вручено. И когда вот он буквально 2 недели назад приехал, он сам ездит, и как вручают эту помощь. И когда он показал, как были благодарны врачи, то есть он снял и слова благодарности врачей и медицинских работников из этого госпиталя нашим студентам. Это было здорово. Это студенты собирали? Это именно студенты и преподаватели. Преподаватели, конечно, мы покупали носилки, ну, более серьезные вещи. И вот знаете, нет равнодушного студента, которого бы это не сделало. Сейчас мы уже перешли на другие колледжи. Я поставила в известность департамент наше образование, что, коллеги, давайте выйдем всеми колледжами на медицинскую помощь.